специальное предложение только сегодняшнего дня. Это потрясающее, легкое, воздушное, женственное платье в стиле 60-х. Каждая женщина желает иметь в своем гардеробе идеальной посадки платья, которое сформирует ее силуэт. Я вас поздравляю, это платье вы уже нашли. Из легкого, нежного, очень приятного современного материала масла. Это микромасло, когда-то пришедшее к нам из Арабских Эмиратов. А значит, ваше платье будет струиться, создавать легкие акценты в образе, создавать вам такие струящиеся линии, что вы очаруете всех прохожих, это однозначно. Ну, а самой вам будет в нем максимально комфортно и легко, потому что ткань дышит, ткань практически невесома к телу, она не мнется, и платье подойдет на любой тип силуэта. Оно выполнено в стиле 60-х, но здесь есть такие интересные детали кроя, которые позволяют корректировать силуэт. Платье тянется, оно даст максимальную свободу движений. Вы будете чувствовать себя женственно и на танцах, и в офисе. И если вы пойдете на свидание, а может быть просто прогуляться в парке. Вот оно, легкое и воздушное, очень красивое, богатое, добротное, такая королевская длина. И эти детали, принты, которые мы любим, также собрали сюда дизайнеры. Это полькодот, самый женственный принт, горошек. Это, конечно же, цветочный принт. Это и абстракция будет у нас с вами. Я довольна, я наслаждаюсь сегодня этим платьем, передаю эту энергию вам. И вся эта прелесть достается вам сегодня по специальной цене 1999 рублей. Давайте скорее выбирать дизайны. Я уже вижу, как платье с своеобразным вырезом, который делает шею лебединой, вам понравилось. Я уже представляю, как вы выбираете ремешок или, может быть, надеваете тот, который идет в комплект, чтобы подчеркнуть вашу талию. Как это роскошно. Ну что ж, поехали. Давайте отсюда, наверное, начнем, да? Это бежевый вариант платья. Вот она, нежнейшая, приятная цветовая гамма и еще ощущение, что сверху платье положили кружево. И это новинка по цвету в коллекции Клаудия. Как приятно трогать, как приятно смотреть. Платье струится. Сама женственность, отражение женственности. Давайте посмотрим на синий цвет. Здесь у нас есть французский мильфлёр. И, знаете, платье не перегружено цветом. Очень многие любят именно так, когда нет много оттенков, когда есть два акцентных и приятный мелкий цветочек. Например, моя мама выбрала бы именно такое платье. А мой выбор на сегодня – это роскошный горошек полькодот, будто бы послание от Ива Сен-Лорана. Темно-синий в заказе, акцентные красные пуговицы создают стройнящую вертикаль, пояс в наборе обязательно, и оторочка карманов также идет красным. И это эффектно, согласитесь. А Оленька выбрала красный, самый женственный, яркий, динамичный. И здесь у нас флористический дизайн, который всегда делает женщину женщиной. 1999 рублей, 47% скидка. Есть еще черный горох, классический, на черном фоне белый горошек будет. И также будет в комплекте обязательно, как бонус, как подарок нам всем, белый пояс. 1999 рублей. Что у нас с размерами? Давайте будем выбирать. Я уже представляю, как вы влюблены в это платье, как давно вы ждали. Качественное, классическое, легкое, дышащее летнее платье, которое еще не мнется, от 50 до 60. Девочки, я бы рекомендовала взять на размер больше. Сейчас я произведу для вас замеры, чтобы вы дистанционно не прогадали. Замер я сделаю в 54 размере. На рейле у меня 54, делаю замер полуобхвата груди, и мы видим, что в 54-м у нас с вами полуобхват груди без натяжения 60. Что еще? То есть 120 полный обхват. Ткань еще и тянется, посмотрите. При этом, да, но вот здесь есть один нюанс. Вот здесь вшит, это вшивной, да, вточная линия талии, и вот тут по шву она тянется не сильно. То есть на груди отлично сядет вот здесь. А чтобы вот тут вам не мешало, да, то я бы взяла, все-таки не сковывала, на размер побольше это платье. Что позволит его идеально посадить на фигуру? Конечно же, крой, я его отмечаю. Если вы обладательница пышных форм, для вас вот здесь идет вертикальная выточка и очень красиво оформляет грудь. Безусловно, померю для вас еще обязательно линию проймы, это очень важно. Еще и ткань тянется, да, 25 сантиметров. Посмотрите, то есть вам все здесь будет максимально свободно. Вот рукавчики, они растягиваются. Стягиваются очень хорошо. Я надела, и практически оно невесомое. Что касается
посадки в зоне бедра. Я уже сказала, что платье выполнено в стиле 60-х, но при этом здесь есть интересная деталь кроя. От отрезной линии талии идут застроченные вот такие вот как бы складочки встречные, защипы. И они встречаются, то есть они встречные именно. И вот это делает возможным скорректировать пышное бедро. А если наоборот, вы по верхнему типу, когда у вас более высокая такая грудь, да, более массивное плечо и талия высоко, то тогда обычно ножки вот таких девочек худенькие, и тогда мы, наоборот, добавляем объемы в зоне бедра. Оленька у нас надела 52-54, да, ну и Олечка, собственно, 54-й и надевает, то есть как бы в свой размер по бедру. Олечка по верху 52, а по бедру 54, да, и в своем размере она прекрасно выглядит. Посмотрите, смотрите, сколько свободы здесь, вот это очень важно. Посмотрите, как ткань тянется. То есть ручка у нас становится хрупкой. Вот она у нас где заканчивается. А ткани много. Плюс масло, это ткань, которая тянется, не мнется и дарит приятное ощущение телу. И всегда хорошо выстраивает силуэт. Видите, как красиво выглядит грудь? Как шикарно оформляется линия декольте, потому что это V-образный смягченный вырез. Еще пуговки, они у нас не расстегиваются, это обманка, создают прекрасную вертикаль, которая стройнит. То есть поверху это базовый такой футболочный вид у платья, но при этом за счет ткани и за счет кроя он отлично оформляет верх силуэта женщины. Ну а юбочная часть, нижняя часть, вот она танцует для вас. Все максимально свободно. Видите, и я сегодня уж, казалось бы, я не юбочная, не плательная женщина, я ношу больше брюки, но в это платье я просто влюблена, потому что я на себе его не ощущаю. Я ощущаю себя просто летящим цветком в нем. 1999 рублей, мой выбор синий. Всегда вам в набор пойдет еще и обязательно пояс. Есть еще бежевый цвет, вот он. Здесь у нас беленькие пуговички. И пояс в комплект идет белый, синий. Посмотрите, мильфлер французский, тоже с белыми аксессуарами. И на Оленьке красный цвет. Я рекомендую вам это платье как одно из самых женственных. Всего лишь за 1999 рублей. Будьте красоткой этим летом.